Так, всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Краткий обзор теплицы под названием Уральская люкс, выполненный под стекло. Работы ближутся к завершению, осталось нам перекрыть поликарбонатом дверь, поставить форточные блоки. Вот так, теплица практически готова, но у нас сумерки, скоро наступят, снимаем видео. Значит, у нас каркас теплицы сделан из трубы 20 на 40, подпирающая арка из трубы 20 на 20. Все это красота, это все стоит на брусе 100 на 150, брус уложен плашмя. Установлен бетонный фундамент, закреплен с помощью анкеров. По низу у нас уголок в виде, в качестве отлива. С одного торца цельная дверь, с другого торца форточка. Теплица по бокам и крыша у нас покрыта стеклом. Торцы монолитным поликарбонатом. Разницы практически не видно. Издалека вообще не видно разницы. Стекло у нас сверху, снизу резиновый уплотнитель и крепится к теплице с помощью профиля системы база-крышка, защелкивается. Декоративные наличники у нас по торцам. Косины установлены на теплице, на каркасе. Вот так это все выглядит со стороны. Теплица абсолютно прозрачная. Огурчиком, помидорчиком в ней будет хорошо. Вот пока на этом все. Будем доделывать. На всякий случай я попрощаюсь с вами, дорогие зрители. Если позволит освещение, то снимем уже законченный вариант. Всем зрителям еще раз привет. Наконец-то закончили мы теплицу. Усадьба люкс под стеклом. Значит, конструкция у нас стоит на брусе 100 на 150, брус положен плашмя, торцы зашиты монолитным поликарбонатом, бока и крыша стеклянные. Доделали форточные блоки, доделали дверь. Форточные блоки у нас 50 на 50, половина ручная, половина термоприводы. Теплица уже тепло, на то она и теплица. Смотрится, конечно, классно. Прозрачность супер. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.